Так, что у нас? Печальная река. Она же песчаная река. Два артовода. 261 против нас. Так, у нас тут целый взвод. Ну что у них? Короче, по 2 ЛТ, по 2 арты. У них, конечно, арта получается скорострельная, ну, по сравнению с моей, так скажем. Прям первый взвод у них со скрытыми этими никами. Короче, еду в эту яму, кто не в курсе, заезжаю на этой карте, я всегда в эту яму. Начинал я одно время, не как одно, долгое время играл на арта-коне. Для арта-коня это вообще было идеальное место. Вон-то отсюда траекторию дает нормальную, мортирную. Пуляешь себе, все-то в основном становятся вот туда, на К0, там в ямку прячутся, еще где. А мне вот тут нравилось всегда. Так, ебра бы срезать было бы отлично. Что-то не могу его угадать, он какой-то такой. Вроде и едет не быстро, но непонятно. Ладно, хрен с ним. Товарищ Леон. Ну, накрыл 305, это, я вам скажу, как говорится, на таком расстоянии и видеть никого, это отлично. Смотри, у них вся команда почти в свету. Сейчас бы тут, конечно, мой выстрел пригодился, но... Уже 0-2. Быстренько же они нам напихали. Главное, чтобы не перелет был. А, не хотел перелета, она тебе не долет. Ну ладно, хотя бы подарочных дали. 387. Да, короче, 121-го убивают. Убивают. Сейчас по КПЗ, конечно, выстрелю. А ну, прижимайся. Смотри, он еще едет. Ну, не знаю, может, я не прав, но, по-моему, он как-то очень быстро ушел из засвета. Я думаю, он бы секунды 3 еще должен был быть в засвете. Надо будет пересмотреть. Ну, как-то мне кажется, быстро. Уже ж тайминги, они так, знаете, как в этом. Как когда в машине ездишь, уже не первый год. Скорость переключаешь автоматически. Так и здесь, как бы автоматически, я понимаю, что он еще оставаться должен в засвете, в свету. А его уже нет. 80. 477 подарочных, ладно. Ладно, так пойдет. Короче, смотрите, правый фланг у нас вообще просто никого. 10 секунд, надо назад сдать еще мне. Корму приподнять тогда, может быть. Ну или вот так. Давай. Это не я, вот он я. Готов. СТБ у нас на кемпе стоит, вообще никуда не едет, как ПТшка. Так, ну этого я могу убить, и кто-нибудь может убить. Ой, хорошо, как стоят. 10 секунд, наверное, не удержим мы их. Вот и думаю, в кого стрелять. Ну, ладно. Хотя, может быть, лучше было бы ЛТ срезать, но... Смотрите, где у них маус нарисовался. Вон полчаса назад там светился где-то на перекатке, на С1. И только сейчас он туда вышел. Да, ЛТ, как будто никто не видит. Сейчас он еще мауса нашего разберет. Гаденыш.
10 секунд. Ну, опять же, сейчас этот сомнительный выстрел по ЛТ, который перестал светиться, или четко вот сюда. Давайте сюда бьем. Смотри, как хорошо. 630 суммарка с одного выстрела по двум танкам. Это приятно. Это приятно. Счет 5-5. Так, все исчезли. Но... Подожди, а где наш ЛТ еще? Ебр. Ебр там где-то в горах катается. Скалолаз. Ну, может, тоже оно не лишнее. Но мне кажется, тут бы сейчас он был... И что, только не врезайся. Я уж было подумал, что он врежется. О, подарочные пошли. Не знаю, кто его бьет, этого Мауса. Все, вылечился. Ну-ка. 20 секунд еще. Нет, не вылечился. 3 секунды. Ну, дайте еще один раз, и я успокоюсь. Гады. Так, что у нас с Маусом? Мауса у нашего 123. Да. Тут просто если очень высоко подняться, и ЛТ будет стоять в стандартных кустах, то я подсвечусь. Мне это тоже не нужно. А ну-ка. Сразу, ну, вряд ли назад пойдет. Вот это по красоте было. Это даже не мастерство, это хоть раз повезло называется. Счет 9-9. Нормальненько так. 2700 мы уже накидали, у меня еще 7 снарядов. Ну, считайте, 6,5, потому что бронебойный его как снаряд даже можно не считать. А что у них за опасные типы остались? У них леопард опасный. Ну, гриль, может быть. Вот это плохо. А ну-ка. На тебе 1000. Ты смотри. Два пробития подряд. Там, правда, было со смертельным исходом. Тут не очень. Так. Понятно. Ну что ты, убивай уже его. Он у тебя в свету тут полчаса. Этот СТБ у нас, он только из инвиза там, откуда-то из кустов мог стрелять. Чтобы попробовать еще 261 убить. 2 секунды. Ну, ёлки-палки, я выстрелил, а он его загуслил. Зараза. Слушайте, СТБ же только что фуловый был. Лопух. Короче, СТБ мне еще взвод кидает. Когда его застрелили, он мне взвод кидает. Это сейчас будет типа, что я ему не помог. Надо было взвод кидать, да, когда поехал штурмовать. А то сидел там в этом, в кустах. Сидел, когда все погибли, он поехал там разменивать свое ХП. А, он пишет мне, ты тварь. Где такой народ берут? Прими приглас, пишет. Вот смотрите, четко вот дегенеративное отношение. Вот он там что-то думает, что он молодец. Пишу ему, кто ты, воин. Он думает, что он молодец, потому а я его не прикрыл. Короче, чмырёныш. Сейчас просто неохота. Это, знаете, был период, когда я принимал взвод вот таким вот образом, включал звук, а там кроме ора больше ничего нет. Там же ж нету адекватного мышления, еще чего-то туда-сюда, там понимание. Ну давай, гриль, тоже неплохо. 547 мы уже настреляли, урона только 4300. А, что у нас? 5 минут.
Не, мы уже не победим. Уже не победим. У меня три снаряда. Жаль. Жаль. Причем, смотрите, что произошло. СТБ, который стоял все время в углу, там отстреливал. Ну, возможно, он там настрелял нормально. Тут вопрос не в этом. Он стоял там в углу. Когда наши все посливались, остались практически шотные. Он поехал вперед. Ай-яй-яй, с другой стороны. Да, вот такая смерть. Потом обосрался и сразу стал искать крайнего. Крайний — это я. Как-то так. Ладно, даже не хочу смотреть статистику дальше.